как бы играли хорошо, командно, выиграли 30 очков, сделали все, что тренер сказал, как бы они, как бы мы менялись больше в защите, это давало свои плоды, у нас, наверное, хороший процент. В общем, хорошо команда сыграли, все молодцы. Спасибо болельщикам, которые пришли сегодня в такой день, когда футбол, и казалось, думали, что вообще не будет болельщиков, но все равно собрались те ярые болельщики, которые болеют за нашу команду. И поздравляю болельщиков, команду с победой. Я довольный, как команда играла, как они исполняли, как мы атаковали. И я думаю, что показатель 29 ассистов – это такой, наверное, рекорд для нашей команды. Мы подобрали 40 мячей и показали неплохой процент попадания. Да, я всегда говорю, хоть и хорошая, какая ни была, она хорошая игра, она все равно проявляет некоторые недостатки иных и других игроков. Но я думаю, что для этого и есть тренировки, для этого мы и работаем, чтобы игроки эти ошибки снимали и прогрессировали вперед. Спасибо.